Я рад вас всех приветствовать. С вами вновь Александр. Я сегодня вам расскажу об очень известной коляске от компании Valka Baby. Модель называется Valka Baby Snap. Ее четырехколесную версию я вам уже показывал. Был уже обзор на канале. Если нужно, видео можете найти, посмотреть. Сегодня я расскажу вам о трехколесной версии. Вот, собственно, колясочка. Вот вам ее видно хорошо. На мой взгляд, такая недооцененная версия с тремя колесами. Почему-то люди их чуть поменьше любят, чем четырехколески. Но в случае снапа трехколесного, ну опять же его трехколесным сложно назвать, спереди колесо просто сдвоенное, но по центру. Как бы три колеса, но вроде как бы и четыре колеса. Мне чем нравится вот такая система, когда вы заезжаете на поребрики, бордюры, вот, ее не так кренит. В любом случае трехколесный нужно двумя руками держать, да и четырехколесный также. Но вот в таком случае можно особо не париться, что она будет заваливаться, когда вы заезжаете на бордюры. Вот. Поэтому считаю очень актуальной. Три колеса гораздо маневреннее, чем четыре. Поэтому сегодня я вам покажу эту колясочку. В принципе, здесь все стандартно, как и четырехколесная версия. Ткань также прекрасная. Вот когда они выпустили серию Trend Valka Baby, они реально молодцы. Сделали очень-очень большой шаг по качеству ткани. Мне лично очень нравится. Вот мы отстегнули, видите, козырек. Козырек здоровый. Его, в принципе, на любой, в любой, точнее говоря, ситуации хватит. Не хватит, пожалуйста. Вот еще открываем секцию, и у нас действительно просто конский козырек. Единственное, вот эта вот секция, она из плотной москитной сетки, она чуть-чуть просвечивает. Но от солнца защитит ребенка более чем хорошо в солнечное время. Так, закрываем. Так, дальше. Что касается ручек, здесь все так же. Ручка регулируется по высоте. Опять же, вот в тренд-версиях мне что очень нравится, это добавление на бампер и на ручку эко-кожи. Для меня лично очень важный момент, когда мне приятны тактильные ощущения от ручки. Я люблю, когда мне приятно держать вот ручку в машине, руль, в коляске ручку, да что бы то ни было, должно быть приятным на ощупь. Здесь на ощупь очень приятная ручка. Она же, естественно, регулируется. Страховочный ремешочек. Все как полагается. И про ребенка не забыли. Здесь также есть этот эта обивка из эко-кожи на бампере. Так, давайте посмотрим, изменилась ли ситуация с наклоном. Но она не изменилась. У ребенка также, но это не полностью горизонтальная поверхность, здесь градусов 170-175 где-то есть. Положение ребенка, места для ребенка в длину более чем достаточно. Также никуда не делась сеточка для проветривания. Сзади есть отсек для мелочевки, кармашек своего рода. Единственное, что подмечу, что нету здесь смотрового окошечка. Кому-то это важно, поэтому сразу подмечу, что в этой версии нету смотрового окошечка. Уверен, что они допилят и сделают, потому что в четырехколесной уже исправили этот момент, было точно так же. Может быть, конкретно это приехала коляска у нас просто без отверстия, а дальше будут уже с отверстием. За этим моментом нужно следить, будете заказывать, просто уточняйте. Вот, дальше, что у нас здесь? Все стандартно, пятиточные ремни, вот мягкую накладку на паховую зону, вот я не знаю, почему экономят, не добавили, я не знаю. Вот, ну, добавьте ее, она стоит 3 копеечки. Вот, подножка, естественно, регулируется. Так, дальше. По багажнику ничего не поменялось, он как был большой, но он действительно большой, он таким и остался. И доступ у него, в принципе, достаточно хороший. Так, из плюшек, из приятных
плюшек. Ну, естественно, вес. Вес чуть больше 7 килограмм. Это такая сильная сторона Valka Baby вообще бренда. У них что Quad X, что Ultra, что обычные снапы. Они все чуть, может быть, но обязательно легче конкурентов в большинстве своем. Вот. Поэтому для путешествий эти коляски тоже подходят очень хорошо. Так, давайте теперь я вам покажу саму раму. Рама, она была металлическая, естественно, такой же осталась. У Valka Baby на редкость те ощущения, когда вот коляска не болтается. Нету никаких люфтов, ничего. Она прям как такая сбитая, поджатая, все прям в стык. И это создает уверенность при транспортировке, при эксплуатации. Вот мне это в этих колясках очень нравится. Очень хорошая сборка и подгонка деталей. Колеса, естественно, не надувные. Спереди они такими и не стали. Сдвоенные с возможностью блокировки. Вот, это удобно. Из плюшечек, вот их удобный тормоз. Оба раза вы нажимаете сверху и ставите на тормоз, и снимаете с тормоза. Это вот реально здорово. Рама шире не стала. Она как проходила в любой лифт, даже самый узкий, так и будет проходить. Так, давайте сложим колясочку. Еще, что мне нравится в серии Trend, то, что она складывается действительно именно одной рукой. В обычной версии нужно снизу кнопку нажать, потом сверху. А здесь просто берем, вот видите, да? Просто вот так раз. А здесь перехватили. Все. И поехали путешествовать. Есть, собственно, и на плечо ремешок. Это тоже очень здорово. Вот. Здесь, когда прижмем, фиксатор сработает, его разблокируем. В нашем случае мы не дожали, он не закрылся. Вот. И ставим коляску. Чтобы он всегда у вас дожимался, подножку нужно перед тем, как складывать, до конца прижимать. Опускать, имеется в виду, полностью. Вот. По большому счету, здесь все, что хотел рассказать, я вам рассказал. Коляска, по сути, та же четырехколесная, только трехколесная. Преимущество трехколесной, она маневреннее. Не надо бояться то, что там они куда-то заваливают, люди говорят, неустойчиво. Я вообще не могу себе представить ситуацию, когда она у вас куда-то завалится. Вы ее что, с горок спускаете, как санки вот зимой? Такого не бывает. Единственное, что вот послеживайте, чтобы были версии с, я не знаю, будут они или нет, повторюсь, с отверстием для того, чтобы вы могли смотреть за ребенком в козырьке. Вот, собственно, и все. А так, вполне себе интересный вариант для путешествия, если не хотите себя обременять тяжелыми колясками. Snap 3, Snap 4, очень крутые коляски. Вот. Но трешечка, вот эта версия, она просто маневреннее, ей легче управлять одной рукой, она лучше рулится. Поэтому я бы ее рекомендовал, если вы не запариваетесь по вот этим 4 колеса там или 3. Вот. Поэтому, в принципе, все, что хотел рассказать, я вам рассказал. Если это видео вам было полезно и интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это мне помогает делать для вас больше обзоров. И большое спасибо первой коляске за тренд на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора. Очень хорошая коляска для вашего ребенка. И до свидания.